Это шарфик нашего футбольного клуба местного Амкар, прекрасного клуба, который оказался первым в этой коллекции. То есть на одном из матчей в окончании подарили мне там шарфик. Такие закоренелые болельщики, старички перед нами сидели. Я сказал, что вот настоящие такие болельщики ходят на матчи с шарфами любимой команды. Ну вот с этого шарфика это так все и началось у нас. Потом начали привозить в основном друзья, коллеги, знакомые там и так далее. 43 года, 43 шарфика. Полных на данный момент. Ровненькая цифра. Сколько лет, столько и шарфика. Стирать нельзя, они сразу теряют форму. Стирать невозможно. Немножко стряхивай. Смотри, чтобы не завелась никакая живность. Типа это же молит. Так. Вот есть такие штучки. Повесишь, поднадавливаешь, и все, никакая моль шарфиком нашим не страшна. В настоящее время, ввиду того, что эта коллекция находится в служебном кабинете, который нам сейчас обещает руководство скоро делать ремонт, поэтому эту коллекцию у нас в этом году я буду, видимо, куда-то ее дарить. Какой-нибудь спортклуб, какой-нибудь спортбар. Может, кто-нибудь его у себя и эту коллекцию и оставит, кому-то еще радость принесет.